Жителям и гостям Тюмени доступны 100 велосипедов на 10 станциях. И это лишь первый шаг. Со своей стороны как раз планируем сделать так, чтобы все 100 велосипедов находились в постоянной работе, и клиенты могли с легкостью взять их в прокат. Для этого необходимо зарегистрироваться либо на сайте «Велобайк», либо скачать приложение «Велобайк Мультигорода». Далее необходимо выбрать один из тарифов, либо на сутки, либо на месяц, либо на сезон, и начать кататься. Причем хочу обратить внимание, что все поездки до 30 минут, они включены в стоимость и бесплатные. Я уверен, что здесь будет развиваться, и мы скоро увидим не 10, а больше, в зависимости от того, как это будет использоваться, насколько это будет принято горожанами. Я уверен, что будет. Станции проката расположены вдоль главных магистралей Тюмени. У жителей и гостей города появилась отличная альтернатива использованию личных автомобилей. Первыми сервис оценили глава города Руслан Кухарук и заместитель губернатора области Андрей Пантелеев. Я думаю, что тюменцы оценят этот вид транспорта. Они воспользуются тем транспортом, который сегодня представлен, причем он представлен широко. Есть возможность выбрать тот формат, который наиболее удобен. И такой, как городской велосипед, который сегодня мы представляем, я думаю, что он существенно дополнит ту систему транспортную, которая у нас есть в нашем городе. Чтобы совершить велопрогулку, нужно зарегистрироваться в мобильном приложении или на сайте и приобрести доступ на сутки, месяц или сезон. После этого ввести пин-код на электронном замке и начать поездку. По ее окончании необходимо вернуть велосипед на свободную парковочную стойку станции «Велобайка». Новый сервис позволит улучшить транспортную инфраструктуру в городе Тюмени. Это тренд на здоровый образ жизни, на экологический вид транспорта. А платежные сервисы ВТБ позволят очень быстро и удобно оплачивать прокат велобайка. Банк ВТБ отличает оперативность и высокое качество услуг. Теперь тюменцы могут стать еще более мобильными, комфортно и экологично передвигаясь по любимому городу.